Вон там, там, кстати, Орлах с Баликом. Ой-ой-ой. Такая еще спряталась хитрожопая. Хорошо, детка моя, хорошо. Да, спряталась хитрожопенькая, спряталась, родная. Че я на рестартит Луну? Кто-то слил меня на Луну, ребята? Слил меня кто-то на Луну или че? Так, Десса здесь. А там кто? А там Рашка Инферно. Отлично, отлично, отлично. Дайте я напишу ей сюда, сюда, сюда. Данж жесткий. ВС Инферно говна. Пойдет. Попробовал сбайтануть ее на рестарт. Ну, данж жесткий. ВС Инферно. Так и есть. Данж против Инферно — это хорошо. Ну, возможно, говорит. Че, возможно, стопудово, его народ. Циклопы. Бля, циклопы жесткие. Просто тут как бы говноданж какой-то непонятный пока, да? Най, думаю, ну ты и душный. В каком месте я душный? У меня топовый данж против этого. Против Инферно. Тем более я на данже, я вообще душный. То есть я вообще максимально жесткий. Изи 1-1 получается. Ну ладно. Изи от нее Инферно 1-1. Сюда. А теперь какая? О, опять данж душный. А у нее рестартов нету. Так, а у нее Инферно. Давай Инферно. У нее сопряга с кальтом. Понял, хорошо. Лера, Лера, сегодня наш денек. На спину, ребята. Будем надеяться на хорошую раздачку. Поехали. Поехали в Махачкалу на Шахтере. Ебать, 140 троглов, дядь. Совесть имей. Сколько это будет стоить вообще? Еблысь, бля. Дай родного героя. Родного героя сможешь. Нет, ну блин, обидно, такая невезуха вонючая.